Анонс и дата выхода 6 серии нового сериала «Кеша должен умереть». 6 серия сериала выйдет на видеосервисе Кион 29 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как модный и состоятельный московский архитектор Иннокентий Мельников живет в браке с Варей, но также продолжает общаться с бывшей женой Юлей и коллегой, а также любовницей Леной. Женщины Кеши хорошо общаются и не подозревают, что являются конкурентками за сердце непостоянного бабника. Мельников поочередно спит с Варей, Юлей и Леной. В командировке в Казани архитектор встречает 19-летнюю пловчиху Аллу и перевозит новую пассию в Москву. Все тайное становится явным, в том числе предыдущие романы Кеши. Варя, Юля и Лена в бешенстве и готовы к решительным мерам. 6 серия сериала выйдет на видеосервисе Кион 29 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.